И надо сказать, что не только мне посчастливилось вот таким образом получить в репертуар прекрасные жемчужины, созданные Виктором Семеновичем Дырковским. Таких молодых людей было много, к счастью. И все они, конечно, безмерно талантливы. Я хочу пригласить на сцену автора песен, прекрасного исполнителя и партнера по сцене Виктора Семеновича Дырковского, который на протяжении всего последнего года жизни Виктор Семенович сопровождал его в его концертных поездках. Павел Фахрутдинов, встречайте! Александр Радовский, выдающийся джазовый гитарист. Добрый вечер, друзья. Со мной произошла парадоксальная история. Я когда родился, у меня папа пел песни, а потом я узнал, что это какой-то Виктор Берковский. А потом вдруг так случилось, ну то есть для ребенка это был какой-то Виктор Берковский. А потом так случилось, что Виктор Семенович предложил мне разучить несколько его песен и сопровождать на концертах. Ну и я не могу вам описать тот ураган мыслей и чувств, который у меня был. И, конечно, если бы этого сотрудничества не было, то в моей жизни, кто знает, как бы все сложилось. Во всяком случае, тот багаж знаний, который я приобрел за то недолгое время, пока мы сотрудничали, он огромный. Стремятся на землю,
и ты. Снега, снегопады, великие снеги, по самое горло в снегу утопай. Бежит и бродит, ах, в кои-то веки я чудная птица, и ты голубая. Поразительно, насколько сложные стихи выбирал для песен Виктор Семенович. Ведь я когда прочитал стихотворение вот это «Юный морец», «Снега выпадают», потрясающе. Вот Дмитрий, наверное, подтвердит, что трудно себе, ну, в общем, как-то, если попробовать абстрагироваться и не слушать музыку на эти стихи, а также на стихи следующей песни, которую мы исполним, совершенно невероятно, что на эти стихи можно написать песни. Ну, даже иллюстрация будет еще следующая песня, через одну. А сейчас мы споем вместе с Пашей одно из, наверное, знаковых самых произведений, которое Виктор Семенович написал на стихи Юрия Левитанского. Ну, что с того, что я там был? Все забыл, не помню дней, не помню дат, ни тех форсированных дней. Я неопознанный солдат, я рядовой, я инорек, я меткой пули. Я лед кровавый в январе, я прочно впаян в этот лед, я в нем, как муж в тайне. Ну что с того, что я там? Я все избыл, я все забыл. Не помню дней, на свои все помнить не могу. Я топот загнанных коней, я хриплый окрик на вину, я миг не прожитого дня, я бой на дальнем рубеже, я пламя вечного огня и пламя гильзы в блиндаже. Ну что с того, что я там был, в том грозном быть или не быть? Это все почти забыл, я это все хочу забыть. Я не участвую в войне, война участвует во мне, и отблеск вечного огня дрожит на скулах у меня.
меня не разлучить. До тех снегов, где поуже моих следов не различить. Ну что с того, что я думаю, что с того, что я У меня давняя мечта собрать хор аккомпаниаторов Берковского, вот эта часть этого хора. Иных уж, правда, и нет. С Димой Диктором уже не удастся спеть вместе. Но было однажды, мы с ним уже как-то пели тоже песню Берковского, перед его уходом. Мы сейчас еще одну песню споем, которая очень сложная, когда сложно себе представить, что на эти стихи можно написать музыку, а песня стала народной. Я бы сказал, просто подворотные, ее пели во всех подворотных. Низких много на моем микрофоне. Хорошо. Контрабасе. Хорошо. Ребят, чуть-чуть бас приберите, ладно? И монитор гитарки добавить еще, ладно? Лошади. Умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава. Это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый. Океан старался превозмочь. В трюме добрыми мотая мордами, тысяча лошадей топтались день и ночь. Тысяча лошадей, подков четыре тысячи, счастье все родине принесли. Мина кораблю пробила днище, далеко, далеко от земли. Люди сели в лодки, шлюпки влезли. Лошади поплыли просто так. Как же быть и что же делать, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров, море синел, остров был гнилой, и сперва казалось плавать. Спасибо.